Витаю. Приветствую вас в Киеве. Я уже приехала из Санкт-Петербурга. Я дома. Я соскучилась по Киеву, по нашему солнышку. Посмотрите, какое солнышко. В Санкт-Петербурге все время сумрачная погода. Только в последний день немножко выглянуло солнце. А у нас сейчас утро. Еще нет 9 часов. А посмотрите, какое солнышко! Киев мой, Киев, здравствуй, дорогой. Киев мой, Киев, Киев меня ждет. Санкт-Петербург, конечно, очень красивый город. Я побывала в зимней сказке, но я скучала. Скучала по Киеву. Посмотрите, тоже, конечно, снег выпал, тоже морозец. Но солнечно. Вот, наверное, вот это солнце, когда я жила в детстве в солнечном Узбекистане, без него я не могу просто жить. Настроение поднимается, когда есть солнышко. Уху! Киев! Киев! Я приехала! Встречай! Я вот дома у себя на кухне! Я не думала, что я больше 3 дней или 4 нигде не была так долго. А в Питере я задержалась, потому что я рассказывала, что моя подруга Юлечка должна была в пятницу отпроситься с работы. И суббота-воскресенье мы с ней должны были гулять. Пятницу, суббота-воскресенье мы должны были гулять по Питеру. Поэтому я осталась у них еще на недельку. И... получается, ровно я была у них неделя и один день. И я соскучилась по дому, по Киеву. И сейчас вот солнышко. Я с утра заварила карачай. Вот мой карачай, чайник карачая. Сейчас еще покажу, переверну камеру, вам покажу. Еще покажу, посмотрите, я привезла подарки Юля с Юрой. Накупили много подарков. Сейчас я их сделаю обзор этих подарков. Правда, я уже Розе и Олегу уже передала эти подарки. Азизу. Ну, сейчас покажу. И Марина Михина, какой мне подарок сделала. И какие бусы я у нее купила. Я сейчас все это покажу. Расскажу еще только, как обратно ехала. Туда я вам рассказывала уже, как я границы пересекла хорошо. Обратно... тоже переживала, что неизвестно, приедет машина, не приедет, но мы все-таки, Юля с Юрой меня посадили. И когда мы подошли к машине, сразу Юля говорит, садись на задние места. И не пришла женщина, и получилось, что я лежа ехала на 2 креслах. Водитель быстро гнал, хороший оказался водитель. Проехали границы, очень быстро мы проехали, причем всего почему-то туда ехали, мы проходили 3 границы, украинская, белорусская и Россия, а обратно, называется 3 сестры, там такой пункт, а обратно мы ехали только Белоруссия и Украина. Быстро проехали, буквально где-то... на белорусский минут 15 задержались, и на украинский минут 20, наверное. Никто ничего не проверял, я имею в виду из вещей, даже не выходили из машины, просто вот паспорта на белорусской выходили, показывали паспорта, украинской вообще даже не выходили, и быстро проехали. И в машине тепло, хорошо, быстро приехали. Единственное, конечно, все равно утомляет, что... ехать в машине, то есть если кто-то сидит, то ноги, естественно, болят. Ну, я лежа ехала, поэтому мне было хорошо. Ну, отлично, отлично, я приехала, меня здесь Азиз встретил. Естественно, так как я все равно не спала, то я высыпалась, эти дни я высыпалась. А сегодня вот решила уже с утра, хорошее настроение, солнышко и карачай. Сейчас еще Азиз проснется, и будем вместе пить чай. Сейчас так, вот я в Киеве, я в Киеве, я дома, я дома. Юля с Юрой, привет вам!
вам огромное спасибо, мои дорогие, я вас люблю, вы всегда знаете, что я вас люблю и жду вас в Киеве летом. И, дорогие друзья, я вам покажу Юлю с Юрой, может быть, Юля еще разрешит себя побольше поснимать. Очень обиделись на меня многие люди. В Петербурге, что я к ним не заехала, мои близкие, мои знакомые. Но дело в том, что не было времени, и заехала в последний момент только Коле с Виталиком. Привет, Анюта моя, красунечка моя, и Лёшка, всем привет. Катюха, прости меня, конечно, что я к тебе не заехала, но, честное слово, не было времени, не обижайся. Ну, чуть пусть малыш твой немножко подрастет, и тогда я еще повожусь с малышом. Сейчас переверну камеру и покажу, что мне подарили Юля с Юрой. Вот, Юля с Юрой просто так меня не отпустили. Надарили много-много подарков. Вот такие пирожные, называются «На берегах Невы». Вот такие медальоны шоколадные с видами Санкт-Петербурга. Это пряник с видами Санкт-Петербурга. Это, конечно же, сегодня придут Людочка с Олежкой, придут Тарас с Оксаной. И уже Олегу с Лесей и Розе я передала. Ну, это вот все виды Санкт-Петербурга. Вот здесь вот тоже это Петергоф, посмотрите. Ну, Петергоф мы не стали ехать, потому что не было у нас времени. Ой, вот какая красота. Посмотрите, Санкт-Петербург. Фабрика Крупской с видами Питера. Так, это такая же коробка. Зеленый чай. Сказки Пушкина. Юля с Юрой подарили. Так, подарки сначала от Юли с Юрой. Вот такие вот елочные игрушки. Подарили еще с Италии Тамаре кофточку и Свете. Ну, я уже им раздала, поэтому не знаю, где они их у себя повесили в шкафу. Вот такая красота, видите, венецианская. Теперь Васе и Валере передали, Юра с Юлей передали вот такой вот премиум. Ага, вот с этой стороны Петр Первый. Можно отсюда еще посмотреть. Тоже будет. Вот, царская водка. Она, как бы это так почетче-то показать. Царская водка. Что-то там с золотыми фильтрами или чего там они, не знаю. Вот такие еще игрушки передали. Красоту такую. Здесь вот интересно, вот из какого материала сделаны эти гладенькие. А это вот шершавенькие такие, сейчас покажу. Новогодние. В этом году год красного петуха, поэтому надо украшать все в красно-золотых тонах. Мы тоже так думаем, будем украшать на Новый год. Так, это теперь вот этот самый главный. Они передали моему сыну Азизу, чтобы на Новый год это шампанское они открыли с друзьями. Азиз, конечно, у меня не курит и не пьет, спортом занимается. Ну вот, на Новый год с друзьями шампанское можно выпить. Лев Голицын называется. Вон Тамара пришла. Бушуршит. 1876 года. Еще хочу показать. Вот Юля с Юрой подарили мне кольцо с Венецией, Мурано. Видите, стекло какое. У меня уже было такое колье. Только голубого цвета. Я не знала, что оно с Мурано. Я когда-то себе купила, но я не знала. Теперь буду знать. Это Марина Михина мне подарила. Вы по моих видео видели, наверное, «Петербургские ночи» называется. Посмотрите, какие красивые конфеты. И у Марины Михиной я купила себе вот такие бусы. Вот, наверное, покажу вот здесь вот больше света, покажу здесь вот такие бусы. И видите, они и синие, и желтые, и все цвета. То есть к любой одежде они подойдут.
Вот эти вот, видите, вот бусы такими. Много-много из бисера вот здесь сделаны. На солнышке, может быть, будут ярче видны. Особенно вот посмотрите, вот эти вот бусы, которые сейчас покажу. Вот, бисеринки все отдельно. А это вот, вот расплавленные муранские стекла. Вот такая красота. Теперь у меня есть. Еще хотела вам показать. Вот еще. Вот такие еще. Вот такие магниты. Санкт-Петербург. Вот эти пять разных. Вот пять разных. Вот таких. А это мне Юра подарил. Петропавловской крепости мы были. Во всех городах, где мы бываем, мы такие собираем монеты. А вот еще Юля подарила крем для душа. Сейчас еще покажу. Моя Юлечка, зная мою страсть к цветам, подарила мне вот такой. Сейчас вам покажу. Сделанная из ракушек. Ну, никак не могу вам показать. Может, когда-нибудь покажу уже, когда будет цветок. Это кашпо, в которое ставятся цветы. Посмотрите, какая прелесть. Юлечка, спасибо тебе большое. Угодила мне, угодила этим кашпо. Вот такая у меня подруга. Спасибо. Вот завалили подарками, завалили. Спасибо большое Юле с Юрой. Смотрите мое видео. Еще буду показывать очень много о Санкт-Петербурге. Вот что еще хотела вам показать. Посмотрите, мои фиалочки дали корешочки. Те, которые я вам показывала, как я их ставлю на укоренение. И все листочки дали корешочки. Посмотрите. Вот. Уже даже переросли. Надо их пересаживать. Деточка отлично прижилась у меня. Оптимара. Эти стрептокарпус тоже прижился. Смотрите, какой горшочек я его посадила. И листики я обрезала и посадила, вот сделала такой парничок. И тоже укореняю. Вот у меня цветочки Хоя Белла все лето цвела и сейчас начала цвести. Вот выпустила на конце каждого. Так видно, нет? Выпустила на конце каждой веточки, выпустила цветочки. Скоро будет цвести, я вам покажу. Так, вот сейчас, может, напротив солнца как-то показать. Ну вот, вот так. Видно будет, нет? Так. Ну, розу я уже полила. Орхидея приехала, листик пожелтел. Стефанотис. Тоже как-то листик пожелтел и какой-то он пятнами взялся, так если на просвет посмотреть. Так, денежное дерево. Скрутились листики, уменьшились как-то. И стали тоньше, вот тоньше. И как-то начали скручиваться и начали падать листья. Будем лечить. И самое главное, себя очень плохо чувствует мой Антошка, начал желтеть листья, потому что слабо поливалась. Ну ничего, я надеюсь, мы спасем Антошку. Так, остальные, ага, еще вот. Вот с патифилом тоже весь у меня цвел, но тоже. У меня просто грунт очень сухой, и я забыла сказать, что надо чаще поливать. И вот... Поэтому все цветы, листья хорошо, а все цветы, очень много было цветов, все цветы завяли. Ничего, к весне, я думаю, оно поправится, будет хорошо себя чувствовать и цвести. А вот эту кофточку мне Юля с Юрой подарили, итальянскую кофточку, Юля с Юрой подарили мне подарок. А Тамару Светлану я не покажу, а свою покажу. Короче, вот как-то, если так вот прям поднимаю, не красиво. Все капец с моим растением. Седому Моргану моему. Ай-яй-яй. Ой.
таким образом, короче говоря, эта кофточка выглядит. Такого цвета, как я люблю, как солнышко. Я вам показала, что я дома. Теперь буду заниматься своими цветами, мыть под душем, лечить их, уже реанимировать их. Но еще хочу вам сказать, что у меня еще очень много видео с Санкт-Петербургом, потому что Юля с Юрой очень постарались и показали мне очень насыщенную программу. Мы ходили и на картины Боска, и ходили и в Меньшиковский дворец, Юсуповский дворец. То есть это все я вам покажу. Это будет очень красиво и увлекательно. Так что оставайтесь на моем канале, смотрите мои видео. Всем пока-пока! Сейчас пришел Олежка, племянник. Привез, смотрите, к чаю. Какие пирожные очень вкусные. Причем свежий, вот я даже откусила. И вот столько зефира. Посмотрите. И как мне быть худой, скажите, пожалуйста, как? Ну, тут два слоя, посмотрите, какая толстая коробка. Приятного аппетита. Пьем, короче, чай.